Сегодня мы идем к водопаду Лаксапана Фолс. Выехали мы из Москелии автобусом. Ехать здесь 18 километров. На трассе вышли, и после поворота нужно идти пешочком. 2,5 километра до водопада. Виды, конечно, красивые. Горы такие вокруг. Вот, переходим мостик. Мост через реку. Вот такой. Небольшие водопадики. А идти нам куда-то вот здесь, вот направо за мостом. И туда еще 1,5 километра к водопаду. Где-то он вот там. Это вся вода идет к водопаду. Вперед. После моста мы вышли на дорогу такую живописную. Интересные тут растения такие. Мы много ездили по Азии, но вот такие еще не видели, наверное. Снизу листья красные, сверху зеленые. Прикольно. Ну и вид, конечно, узенькая дорожка такая. Над нами горы и эвкалипты. Вообще классно. Пойдем к водопаду, уже шум слышим. Итак, мы дошли до поворота к водопаду. Вот поворот напротив чайной плантации. Вот здесь ворота. Стоят две машинки, видимо, какие-то туристы есть. Вот, пришлось одеть носочки нам, потому что мы почитали, впереди могут быть пиявки, которые прыгают на ноги. Вот, потому что дорожка идет вот так через траву. Ну все, пойдем в путь. Надеюсь, что мы пиявок не подхватим здесь, не подцепим. Дорога ведет, в общем, такая нелегкая. Тут глина местами и скользкая. Поэтому идти нужно очень аккуратно. За палки вот цепляемся и спускаемся. Ну, как-то так. Скользко? Хорошо. Ну и в конце дорога заставляет идти почти на четвереньках. Вот такой проход. Чуть пиявки не прилипли к рукам здесь. Кое-где. Бежит водичка уже вокруг. Спускаемся сюда. И вот мы выходим на плато к реке. А, получается, мы вышли на вершину водопада. Сейчас пройдемся, посмотрим. Ух! Там ребята местные, ланкийцы, купаются. Ух-ху-ху. Ух-ху-ху. Дальше попробую. Ух.
склон, куда люди спускаются. Самый низ водопада. Да. Получается, мы на самой вершине. Зрелище какое. Устала? Да. Как ванночка такая. Красиво. Вылезли мы с вершины водопада и решили пойти поискать путь вниз, чтобы увидеть его весь снизу. Опять идет путь, ну как бы нарисовали по GPS, вроде бы идти 950 метров, ну а там посмотрим, может и больше. Подхватили немножко пиявок, благо что были в носках, на носки они подцепились. Вот, ну как-то так. Все, пошли дальше. Так, а к низу водопада дорога начинается между домами. Шли мы по трассе, спускаемся вниз. Вот так вот. Тут отели небольшие, гестхаусы. Но пока дорожка здесь получше. Дальше посмотрим. Молодой чай выращивают. Good morning. Ну, вот такая дорога, пока терпимо. Ну вот здесь дорожка более такая приличная, ступени. Ну правда они вертикальненькие такие, спускаться еще терпимо, а вот подниматься, как сказали, 650 ступеней вниз. В общем, нормально, лучше чем там по кустам. И вот мы уже подходим к водопаду, когда еще осталось немало, но вид уже, конечно, открывается интересный. Вот где-то там наверху мы были. Так, идем к подножию. На подходе к водопаду кукурузные плантации. Вроде еще спуск, водопад вот рядом. И кукуруза. Ну и вот мы на финише, добрались уже до водопада. Наверное, максимально близкое расстояние, куда можно подойти, стоя на камнях. Ну и вот такой открывается вид. Вот там наверху люди, где мы были.
Классное местечко. Хороший водопад. Водная пыль такая летит. Продолжаем снимать этот же водопад Лаксапанна. Вот где он уже выходит вниз с водоема. Вот отсюда вид поинтереснее. Я представляю, что здесь сезон дождей. Скала вообще отвесная. С отрицательным градусом. И здесь такие скалы. Внизу как будто бы ванночки в камнях. Да, хороший водопад. Немногие туристы сюда добрались.